Купил себе байдарку и стала проблема, где ее хранить. А место только одно оказалось, под потолком. Вот. Но 36 килограмм особо не потягаешь, пришлось сделать кран-балку. Для того, чтобы можно было ее поднять под потолок и опустить на воду. Сейчас покажу, как это все устроено. Короче, вот это такая штанга. На ней висит байдарка на двух полиспасах. Здесь кран-балка сделана из омега-профиля для откатных ворот. Короче, вот так это все работает. Выезжает. Переходим на ту сторону. Так, я показываю, как она опускает. Чего? Крепеж. Все, одной ручкой опускается уже. То есть усилия в 6 раз меньше. Сейчас 36 килограмм, это 6 килограмм поднимаю. Угу. Так, переходим сюда и едет обратно. А, тут еще можно закрепить сначала. И заезжает обратно. Все. Байдарка на месте. Удобно. Самому можно все сделать. Всем пока.